Качественно и надолго – вот ключевой принцип, по которому стилисты советуют составлять гардероб. Классические вещи выгоднее покупать реже, но по-настоящему высокого качества, чтобы носить не один год и с удовольствием. Итальянцы Джованни и Джакомо Канале решили извлечь максимум из этого неписаного правила, а именно возвести в степень привычную элегантность мужского гардероба. Постепенно из небольшого ателье компания превратилась в международный бренд. И сегодня производит уже не 1-2, а до 1500 костюмов ежедневно. Но несмотря на растущий экспорт, одежду, обувь и аксессуары Канале по-прежнему производят исключительно в Италии. Основатели бренда взяли довольно высокую планку, так что соответствовать заявленным стандартам теперь приходится всем – и наследникам управляющим, и зарубежным представителям модной империи. Перфекционизм бренда выражен в деликатности ткани, эстетике фурнитуры и многих нюансах, выполненных вручную. Костюмы шьют только из натуральных материалов – шелковистого кашемира и тончайшей шерсти. Особого австралийского сырья для производства волокна такого качества на рынке в несколько тысяч раз меньше, чем обычного. Его, как правило, покупают на аукционах за рекордные цены. Поэтому эксклюзивные костюмы и выпускают лимитированным тиражом. Выигрышный подход заключается в концепции фабрики стиля. Речь идет об умении сочетать творчество с масштабами предприятия. Каждый этап работы, начиная с изготовления тканей и заканчивая продажей готовых изделий, вкладывается одинаково профессиональный и серьезный труд. Такой подход был задуман, чтобы удовлетворить потребности компетентного потребителя, заинтересованного в прекрасной форме и в то же время внимательного к сути. Философия Канале – безупречная элегантность. Традиции кроя итальянских портных позволяют учитывать малейшие нюансы фигуры. В результате посадка костюма, пальто или джемпера становится непререкаемым эталоном как в деловой, так и в спортивной одежде. Дизайнеры Канале интерпретируют и реализуют умение красиво одеваться, которым славятся итальянцы. Качество рождается из процесса изготовления одежды, в котором переплетаются высокие технологии и мастерство ручного труда. В результате идеальное исполнение вещей и комфорт для тех, кто их носит. Поэтому выбор одежды от мирового бренда давно не считается признаком нарциссизма, а лишь продиктован здравым смыслом.